Итак, мы с вами рассмотрели ужас мискатоника в прошлый раз. И теперь, наконец-таки, можем перейти к разбору комбинаций дополнений. И в скором времени дойдем до древних. О, Господи! За древних. О! 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 Аллаха чабалилау самох мэр джабар Аллаха да шаху фафихахахах. Я специально прочитал этот свиток заклинаний, чтобы показать вам будущее, которое нас ждет, если мы ничего не изменим прямо сейчас. Часть материалов 6 главы была снята в ноябре 2016 года, и все это из-за очереди на канале ФФХ. Если мы хотим исправить ситуацию, мы должны действовать прямо сейчас и не дать ктулхианцам захватить нашу землю быстрее, чем мы узнаем всю правду о них. Наши передачи на Ютубе бесплатные, они все так же будут выходить, но выход их сейчас в среднем это примерно один выпуск в 2-3 месяца. И я думаю, что многим посетителям портала ФФХ, которые так или иначе ждут нашу программу, не очень нравится данная ситуация. Вы можете исправить ее прямо сейчас, перейдя по ссылкам под этим видео, а также под видео, которые будут выходить в дальнейшем, и поддержать проект рублем. Ну и, собственно, просто сказать спасибо нашей команде за то, что мы делаем. И если мы будем набирать хотя бы 1,5 косаря в определенный период, то мы обязательно будем снимать новые выпуски и, что самое главное, быстро их монтировать. Ну а сейчас давайте перейдем к главе номер 7. Итак, дорогие друзья, вкратце хочется поговорить о том, что нас ждет в ближайших 9 главах. В 9 ближайших главах нас ждет разбор всех 8 дополнений ужаса Аркхэма, в том числе не локализированных до сих пор, а также разговор о системе Arkham Legends. Я специально оставляю ее в данном конкретном отрывке на 9 выпуск, чтобы мы уже, ознакомившись с каждым дополнением в отдельности, могли бы понять, как они работают в совокупности. Ну, раз мы примерно наметили принцип нашей работы вперед, давайте перейдем к первому дополнению, и сегодня это «Темный фараон». Не может этого быть! Повелитель! Добрый день, друзья! Итак, наконец-таки мы с вами добрались до контента, который является в какой-то мере уникальным для Ютуба. Хотя, конечно, по дополнениям тоже создается определенное количество обзоров, но уж по базе их в разы больше. Ну, я, конечно же, счастлив, потому что для меня базу было отколбасить достаточно сложным испытанием. Я надеюсь, я справился, хотя я получил определенное количество отзывов, где люди говорили, что слишком долго. Поэтому мы будем стараться укладываться в тайм. Один выпуск, одна глава и один доп. Поэтому не будем больше тратить времени и давайте, пожалуй, начнем. Итак, сегодня мы с вами поговорим об дополнении «Проклятие темного фараона». У многих может возникнуть вопрос, почему именно с этого допа мы начинаем обзор, ведь, например, дополнение «Ужас Данвича» вышло в 2006 году, а «Проклятие темного фараона», именно переиздание его, да, вышло в 2011. Но я хочу
хочу сконцентрировать внимание на том, что первое проклятие темного фараона выходило в 2006 году. Это был первый доп. И в 2011, когда основная коробка обзавелась уже определенным количеством дополнений, старый темный фараон не совсем по механике совмещался с новым, с новыми коробками. И его решили переиздать. До сих пор в Вики можно найти карточки старого фараона, да, но мы его даже рассматривать не будем, так как он сегодня считается невалидным. Итак, «Темный фараон» вышел у нас в 2014 году. Это было первое русифицированное дополнение к ужасу Аркхэма. Точнее, даже скажу так, впервые он появился у нас почти в год релиза от FFG, но в последнем корректированном переводе Эрика Кауфмана, которому отдельное спасибо, он появился в 2014 году, и поэтому появился у нас он после «Ужаса Данвича» и «Короля в желтом». Но так или иначе, надо считать его первым. Итак, о чем же этот доп? Этот доп является малым допом и посвящен он, по большому счету, такому древнему, как Нирлатотеп. Или Ньярлатхотеп, как более точно будет сказано. Точнее, даже не просто этому божеству, о котором мы, я надеюсь, выделим еще отдельный выпуск, ну или, по крайней мере, какую-то часть от выпуска, потому что божество заслуживает слишком большого внимания, а только одной маске, темному фараону, который, кстати, к слову, присутствует и в базовой коробке. И в этой коробке он является главным персонажем. Вне всякого сомнения, эта коробка является продуктом... который был вдохновлен, да, египетскими образами, а также лавкрафтовским темным фараоном, который упоминается у него в сомнамбулическом поиске неведомого Кадата. К слову, основная ссылка идет именно на него, но мы не будем забывать такое произведение, как Нирлатхотеп Лавкрафта, где прямым текстом было сказано, что в какие-то далекие года существовал темный фараон, он, который правил людьми, и он творил определенные чудеса, механики, а также чародейских каких-то навыков, был мастер, и в результате люди прямо его обоготворяли. Но потом неизвестно куда исчез, и вот определенные легенды гласят, что в определенный темный час, когда древние силы нападут на нашу планету, первым явится такой своеобразный антихрист, темный фараон, и он вначале даст людям определенные открытия науки, после чего они сами там что-то такое, как этот андроидный коллайдер, да, запустят. И вот оно, бац, и эра темных богов наконец-таки началась на нашей планете. Поэтому фигура темного фараона, как маски Нирлатотепа, это очень мрачная фигура, которая является крайне опасной, и связываться с ней, вне всякого сомнения, не стоит. Именно об этом пишет Лавкрафт в своей повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата», которую он написал в 1927 году, а выпустил в 1943, уже посмертно. Вообще, данная работа, на которую я так уже отзывался, да, она не вызывала у Лавкрафта каких-то определенных амбиций того, что это действительно стоящее произведение. Во-первых, оно громоздкое, во-вторых, оно достаточно фэнтезийное. Лавкрафту не очень понравилось это произведение, и он сказал своему другу Дерлиту, сказал: «Дерлит, не выпускай его никогда, это произведение не должно увидеть свет». Ну, Дерлит кивнул, как всегда, а потом бац, и выходит в 43-м году это произведение, которое поделило критиков Лавкрафта на две группы. Одни сказали, что это одно из лучших его произведений, а другие сказали, что это совершеннейший не Лавкрафт, и смотреть его, читать его совершенно не стоит. Но о чем же это произведение? Мы будем его касаться еще много раз, и я хотел бы сконцентрировать внимание именно на фигуре темного фараона, который упоминает в конце этой книги. Краткое содержание книги. Рэндальф Картер, человек, который так или иначе путешествует по сновидческому миру и, значит, достигает там определенного уровня мастерства, при котором он уже может управлять реальностью, вызывать, например, себе на помощь различных упырей, ночных призраков, которые ему, вне всякого сомнения, помогают.
Например, он корефанится там с Ричардом Аптоном Пикманом. Ну и, собственно, он в конечном итоге ставит своей целью добраться до неведомого Кадата, который находится где-то в стране снов, великие вершины неведомого Кадата, где когда-то, а может быть даже сейчас, живут старшие боги, а это именно боги Земли. Ну, у Лавкрафта всегда были своеобразные взаимоотношения со старыми мифологемами, и, например, Ноденс, да, ирландский бог, или, например, Нептун, бог такой греческий, традиционно считались им именно старшими богами. Боги, которые знакомы людям, и где-то они должны находиться. Вот неведомый Кадат — это своеобразный Олимп, и туда именно пытается попасть Рэндальф Картер, потому что когда-то давным-давно он этот Кадат во сне увидел, и все стремления его связаны с ним. Но когда попадает он в этот неведомый Кадат, богов там не оказывается. И его встречает лишь мрачная фигура темного фараона, который идет по коридору, окруженный мрачными чернокожими, ну это же Лавкрафт, да, чернокожими рабами, который, собственно, смотрит на Рэндальфа Картера и говорит ему, говорит вещи, которые на самом деле очень сильно бьют по самолюбию героя, потому что оказывается, что все его приключения и все его сверхспособности, которыми он обладал в течение книги, на самом деле были снеспосланы ему Нерлатотепом, и он являлся лишь маленькой-маленькой фигурой в игре темного фараона по попытке вернуть старших богов в неведомый Кадат. И здесь открывается очень интересный казус книги, что старшие боги настолько влюбились в разрозненные, точнее даже не в разрозненные, а в собранные мысли и мечты Рэндальфа Картера об идеальном городе, а идеальный город по Рэндальфу Картеру это что-то между Аркхэмом, Кингспортом, еще рядом городов нашей реальности, которые мы знаем. И значит, они так влюбились в этот город, что перебрались туда. Но они перебрались не в сам город, да, его же нигде нет. Это иллюзия сновидческой фазы Рэндальфа Картера. И поэтому Нерлатотеп говорит, вернись к ним и скажи им, чтобы они вернулись в неведомый Кадат. Иначе тебе кранты. Ну, Рэндальф Картер как бы говорит, ну, хорошо, что я могу сделать с этой мрачной темной фигурой. Конечно, раз говорит, так и будет сделано. Нерлатотеп говорит, больше со мной никогда не встречайся, иначе тебе каюк. Ну вот, вот тебе птица Шантак, очень мрачное, страшное создание, да, полулошадь, полуящерица, полуптица. Вот, садись на нее и лети к своему городу и скажи старшим богам, чтобы они возвращались в неведомый Кадат. Рэндальф Картер понимает, что у него нету выхода, садится на птицу Шантак и летит. Но Нерлатотеп предупреждает Рэндальфа Картера, что ни в коем случае, как только услышишь завывание внеземных горнов, как только услышишь эту жуткую музыку рабов Азатота, ни в коем случае не лети дальше. Сразу, собственно, приструни птицу Шантак и сразу направь ее на свет, идущий из твоей мечты, а именно город, где сейчас обитают старшие боги. И вот Рэндальф Картер как бы послушал его, но когда он столкнулся с этими трубами внеземных существ, богов, он не смог ничего сделать, и птица Шантак понесла его к неминуемой гибели. И здесь я хотел бы прочитать вам небольшой отрывок. Я считаю, что в сонамбулическом поиске неведомого Кадата мало достойных отрывков, да, у этого произведения, но этот, вне всякого сомнения, будет очень интересен. И здесь в упоминаниях Рэндальфа Картера, который летит к неминуемой гибели, фигурирует Нерлатотеп в фигуре темного фараона, и вот как о нем отзывается главный герой Лавкрафта, который в целом всегда ничего не боялся и, мало того, выживает. Что же говорить о фигурах, которые у Лавкрафта не доживают до конца книги? Наверное, темный фараон не самый лучший собеседник. Итак, птица Шантак летела все быстрее, и все ниже пригибался к ее спине наездник, опьяненный чудом мелодии бездны и завороженный хрустальными извивами космической магии. И потом запоздало, ему воспомнилось грозное предостережение исчадия зла, сардоническое предсказание искателю опасаться безумия этой песни. Не более чем издевкой был предначертанный Нерлатотепом путь его спасения в чудесном
мрачном предзакатном городе. Не более чем в насмешку черный посланник открыл ему тайну праздных богов, дорогу к которым он и сам бы мог с легкостью найти. Ибо безумие и дикое отмщение бездны – вот единственные дары Нирлатотепа самонадеянным смертным. И хотя наездник чудовищным усилием пытался поворотить своего летучего возницу, с насмешливым клёкотом птица Шантак продолжала неумолимо нестись вперед. В злобной радости, хлопая гигантскими перепончатыми крыльями, держа путь прямо к тем богомерзким провалам, куда не долетают сны, в тот предельный аморфный хаос нижних пределов естества, где бурлит и богохульствует в средоточении бесконечности неразумный султан демонов Азатот, чье имя никто не смеет произнести вслух. Неукоснительно следуя приказу мерзкого посланца зла, дьявольская птица мчалась вперед, врезаясь в легионы бесформенных обитателей мрака и неосязаемые сонмы мельтешащих тварей, которые тянули к ней свои когтистые цепкие лапы, то были безымянные отродья иных богов, такие же слепые и неразумные, и охваченные лишь неизбывной жаждой и гладом. Вперед, неуклонно вперед, с радостным клёкотом, приветствуя хохот и истерические вопли, в которых преобразилась песнь ночи в небесных сфер, чешуйчатокрылое чудовище несло своего беспомощного наездника, вспарывая, казалось бы, конечный окоем неба, именуя запредельные бездны, оставляя позади звезды и материальные пространства, и метеором несясь сквозь кромешный хаос к непостижимым темным покоям вне времени, где под приглушенный, умопомрачительный бой богомерзких барабанов и тонкое монотонное завывание сатанинских флейт растекся бесформенной массой, вечно жующий и вечно ненасытный Азатот. Этот отрывок говорит о том, что темный фараон направил Шантака в бездну со своим скрытым замыслом. Он даже и не надеялся на то, что Рэндальф Картер сможет добраться до города, где скрылись старшие боги. Рэндальф Картер прыгнул в какой-то определенный момент со спины Шантака, и его сновидческая фаза после долгого-долгого падения через бездну прекратилась. Для него, как для героя, это был бы, наверное, жуткий крах, потому что он ничем так не гордился, как своими возможностями бродить в мире грез. Он стал там почти богом, как и многие его друзья, с которыми он встречался. Но как только он очнулся у себя в кровати, проснувшись впервые за много-много лет, он почувствовал себя счастливым. И в этом плане здесь двойная компоновка. Да? Первая – это Рэндальф Картер выжил, но при этом счастлив. А во-вторых, этот человек больше никогда не будет, ну, как нам так указывает эта книга, пытаться искать какие-то свои там задуманные замки, да, неведомый кадат, который является какой-то определенной мечтой, к которой человек может стремиться всю жизнь, и здесь он ее получил, но понимает, что он всего лишь пешка в игре темного фараона. Ну и, наконец, в этой книге заканчивается она таким образом. Нам показывают, что старшие боги, как только мир Рэндальфа Картера был разрушен, сновидческий город был разрушен, старшие боги вернулись в неведомый кадат, и темный фараон встречает их там, чтобы отчитать. Таким образом, темный фараон — фигура, вне всякого сомнения, масштабная, злая, но при этом при всем разговорчивая, да, потому что, повторюсь, Нирлатотеп – это единственный бог, который посредством некоторых своих масок, и крупнейший из них является темный фараон, общается со смертными, к чему-то их подталкивая. Итак, что же у нас с вами в коробке темного фараона? В одном из маленьких допов для ужаса Аркхема, который, в общем-то, нам уже даст понять, что такое маленький доп для ужаса Аркхема. Итак, внутри вы найдете следующие компоненты. 22 карты экспонатов. 18 карт музейных контактов. 21 заклинание. 7 союзников, 4 карты пользы и 4 карты вреда, 45 карт локаций, по 5 карт для каждого района, 27 карт врат, 18 карт мифа, а также, что особенно важно, один лист
предвестника, да, или Геральда, темный фараон, ведь не будем забывать, кто у нас тут правит бал, да. Ну и, наконец, один жетон шепота времени и 9 жетончиков патрулей. Итак, первый элемент, который нам необходимо с вами охватить, и он касается всех дополнений, это то, что у каждого дополнения есть свой значок. И для темного фараона он выглядит вот так. Чтобы вы видели, что у каждой карточки справа снизу всегда находится вот этот значок. И вы с легкостью, замешав определенные карты в колоду, всегда можете потом их оттуда вычленить. Это очень важно, так как многие компоненты, ну вот, например, карточки мифа, играются не в каждой игре. Ну, не всегда, в зависимости от того, какой доп выполнен, выбран, да, и поэтому их необходимо потом обратно разбирать. Изначально вот эти карты, карты большие, мифа, локации и мифа, врат и локаций, просто замешиваются в соответствующие им колоды. Да, тем самым разбавляют колоды мифа, врат и локаций. Ну, я сейчас замешивать не буду, но здесь никаких особых правил нет. Просто каждый тип этих карт замешивается отдельно в колоды соответствующих мастей. Здесь отдельно хочется сказать, и многие об этом не знают, даже мои друзья, они, может быть, сейчас будут смеяться, но в «Проклятие темном фараоне» есть удивительные карты врат, которые позволяют вам в какой-то момент, если вам очень сильно повезло, подраться с древним в течение фазы путешествия в иных мирах. Это вот такие вот карты двухцветные, да, и таких больше ни в одном допе нет. Очень интересный рандомчик. Идете по параллельной реальности, тут бац, и вам надо драться с Ктулху. Бац, и вам надо драться с Шубнигурат. Ну и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что это очень веселая темочка. Но я могу сказать так, мы играли в этот доп 4 года. Ни разу никто на него так и не попал. Это говорит очень много о рандомизации игры. Итак, чем богат фараон в действительности, так это колодой заклинаний. Карточек простых вещей, уникальных предметов в допе нет, но вот заклинаний предостаточно. И мало того, некоторые из них являются must-have-ными в дальнейшем. Кстати, к слову, я об этом еще не упомянул, но когда вы покупаете доп, в дальнейшем вы будете использовать его компоненты не всегда. Но некоторые компоненты, и в том числе, например, карты заклинаний, играются потом в любом случае. То есть вы можете купить темного фараона только для того, чтобы расширить свою колоду заклинаний и играть с любыми допами, но уже с этими заклинаниями тоже. Особенно хочется отметить такие заклятия, как «Нашествие саранчи», «Астральное странствие» и «Отметенные сиды». Вот именно в этом допе эти заклинания появляются. «Нашествие саранчи» позволяет вам убрать определенного монстра, если вы скастовали это заклятие, с улицы, да? С улиц любого района. То есть, если вам вдруг неожиданно мешает жить какой-нибудь шагот или какая-нибудь еще трехтофновая тварь, вы читаете это заклятие, его сжирают саранча. Его сжирает саранча. Замечательное заклинание. Астральное путешествие, астральное странствие, да, позволяет вам войти в портал, в фазу контактов, и это, вне всякого сомнения, удобно для того, чтобы переместиться в параллельный мир без всякого прохождения монстров на страже портала. Ну и «Отметенные сиды» – очень интересное заклинание для магов, которое позволяет проходить проверку ужаса, если вы пройдете это заклинание. Для чего это сделано? Точно так же, как «Туман Рельеха», да, помним, что сила и воля – это спаренные параметры. Ну и, собственно, если вы прошли «Проклятие Сиды» на знаниях, то вы можете еще и хорошей силой располагать. Для многих магов, которые специализируются на заклинаниях боевых, это заклинание тоже must-have-ное. Следующее, чем обладает темный фараон в избытке, это, вне всякого сомнения, союзники. Это вообще единственный малый доп, включающий в себя союзников. Ни король в желтом, ни коза, ни затаившийся у порога не имеет союзников. Союзников дают только большие допы. И в том числе, например, ужас Инсмута не дает союзников. А вот темный фараон дает. Значит, хочется отдельно здесь сказать вот о чем. Ну, конечно же, самое главное
важная фигура, и о ней мы еще поговорим потом. С точки зрения союзников Темного фараона, это отец Иваницкий. Имея его в своем арсенале, если так можно сказать, да, имея его другом, вы не можете быть прокляты. И для ряда механик, особенно Темного фараона, о которых мы поговорим позже, это очень принципиальный момент. А теперь самое главное. Механика дополнения союзников к основной коробке. Здесь важно помнить следующее. Вне зависимости от того, сколько союзников вы получили в результате нагромождения тех или иных допов. Ну, например, вот у вас союзники Темного фараона, еще база. Ну и там еще союзники из Данвича могли быть. А если еще и Кингспорт был вторым городом, еще из Кингспорта, неважно. Вы должны в конечном итоге получить 11 союзников в колоде. Поэтому вы замешиваете этих ребят до начала игры. А после этого сортируете 11 карт. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И оглашаете, кто играет с вами в этот раз. То есть все должны знать, кто играет с вами. Так, когда 11 союзников, все и так знают, кто. А вот когда союзников много, а в случае игры с Темным фараоном их изначально 18, то 7 союзников обязательно выбывают. Итак, если до этого мы с вами рассмотрели карточки и различного рода дополнения, которые и так уже были в базовой коробке уже с Аркхема, то теперь нам надо поговорить с вами о компонентах, которые пришли к нам в Темном фараоне. И в первую очередь, конечно же, это экспонаты. Это мое! Начнем с легенды. По легенде, в Аркхем прибывает египетская выставка. И, естественно, она в первую очередь встает на Мискатоникский университет, где ученые пытаются продемонстрировать ужасы египетской культуры, ну, конечно же, это начало 20 века, всем желающим. Но происходит страшное. В одну прекрасную ночь египетские экспонаты исчезают. И задача игроков, играющих в дополнение Темный фараон, их найти. Как это происходит? Итак, у нас с вами на улицах Мискатоникского университета на начало игры находится так называемый жетон шепота времени. Многие игроки в какой-то момент начинают очень потребительски относиться к этому жетону, говорят, что это рынок, да, некоторые. Ну вот. Но это не рынок, это определенный новый тип контакта, определенные слухи, бродящие по городу, и связаны они, естественно, с пропавшими египетскими драгоценностями. Итак, как же взаимодействует игрок с этим новым жетоном? Как только сыщик находится в фазе контакта на улице, которая включает на себя шепот времени, он должен тянуть из специальной отдельной колоды шепота времени карточку и зачитывать ее содержимое. Вот, например, здесь. Что же у нас здесь вот написано? Итак, бродяга с мешком за спиной замечает вас в толпе и вдруг устремляется прочь. Можете пройти проверку скорости -2, чтобы догнать его. При успехе возьмите один экспонат. При провале безрезультатная погоня задерживает вас. Таким образом, вы по своему желанию можете попытаться заполучить из специальной колоды экспонатов, экспонаты, один из предметов, если вы догоните этого бродягу и, собственно, его задержите. Мало того, в конце каждой такой карточки всегда указано, что шепот времени доносится в данном конкретном случае из Френч Хилла. То есть он перемещается на улице Френч Хилла. Ну, а на других карточках могут быть другие районы. Таким образом, этот шепот времени бродит по городу, и вы, сталкиваясь с различного рода новыми контактами, встречаетесь с ним и пытаетесь получить экспонаты. Как вы уже догадались, каждый такой контакт потенциально должен вам дать статуэтку. Но даст или нет, зависит только от вас. Если несколько сыщиков находятся в локации с шепотом времени, сконтактировать с ним вход может только один сыщик. То есть, ну, даже если вам повезло, и, например, шепот времени переместился в локацию, где находился бы другой сыщик, в любом случае контакт с ним уже происходить не будет. Шепот времени – уникальный контакт на всю команду. Ну и, наконец, второй элемент. Если шепот времени, такое, поверьте, будет происходить часто,
ни с кем не встретился. Ну, то есть вы как бы забили на экспонаты по определенным причинам, то в конце фазы мифа, если выпадает полумесяц, он перемещается по правилам монстра с черным кантом. Ну, то есть вот так. Таким образом, шепот времени – это определенные слухи о египетской выставке, которые бродят по городу, и вы можете столкнуться с ними, чтобы получить экспонаты. Итак, экспонаты – это отдельная колода вещей. В игре, как мы уже говорили, вещами считаются три колоды – это простые, уникальные и заклинания, да? А также вот экспонаты. Экспонаты будут играться у вас только в Темном фараоне, и ни в каком другом допе вы их больше не увидите. Мало того, экспонаты не имеют ценника, то есть их нельзя нигде купить. Их можно получить только в результате различного рода событий. Ну, я не знаю, там вдруг неожиданно кто-то раскопал гробницу, и вам вот предлагают взять этот экспонат. Ну, а самый главный способ получения, о котором мы уже с вами сказали выше, это получить его в результате контакта с шепотом времени. Ну, чтобы вы понимали, насколько мощны эти экспонаты, давайте разберем вот два из них. Итак, это маска порока. Читаем текст. Любая фаза. Задействуйте эту карту, чтобы бесплатно получить любую простую или уникальную вещь, которую вы имеете возможность купить в данный момент. Заходите в магазин с маской порока. Зашли, и вам предлагают уникалку за 8 баксов. Задействовали маску порока, получили уникальную вещь за 8 баксов. Круто? Ну, наверное, круто. Ну и, наконец, скрижали баст. Книга. В фазе контактов в Аркхаме они играются. Сбросьте эту карту после провала проверки навыков, чтобы игнорировать последствия проверки. Ну, то есть вы в какой-то момент влипли в контакт, где написано, что вас сожрут, если вы не бросите проверку удачи двойной сложности. Вы сбрасываете после провала скрижали баст и игнорируете данные последствия. Круто? Круто! Но я вас уверяю, в этой колоде вещей, в общем-то, в основном, сила данных экспонатов немногим где-то больше, а где-то меньше колоды уникальных вещей. И чтобы прямо за ними гнаться, это надо постараться. По умолчанию это все выглядит очень круто, но вот когда мы доберемся до механики темного фараона, мы поймем, почему же эта операция для вас будет губительной, и почему вы, скорее всего, забьете на получение этих экспонатов, потому что эти экспонаты мои! Еще одна интересная механика темного фараона – это наличие карт пользы и вреда. Механика достаточно интересная, и я бы не сказал, что она будет часто у вас всплывать, но так как вы все-таки в конечном итоге будете получать какие-то контакты, а чаще всего эти карты выдаются посредством неудачных или удачных контактов, вы все-таки будете с ними сталкиваться. Механика сама достаточно интересна. Вот, например, рассмотрим карту травля. Карту травля. Вот вы получили карту травля. На ней написано: взяв эту карту, потеряете один рассудок. Скинули карту. Дальше, в фазу передышки. Если вы на улице, вы должны выбрать одного монстра в Аркхаме или в небе, и он переместится к вам. Ну, то есть, вас монстры все время травят. Ну, это действительно напряг. То есть, вам, по сути, придется постоянно сталкиваться с монстрами, чего вы, возможно, не хотите. И вот общая механика травли, а также карт вреда, а также пользы, это возможность сбросить эту карту при определенных условиях. Сбросьте эту карту, если победили монстра со стойкостью 2 и выше. Ну, то есть, как бы, на вас наложили эту травлю, за вами начинают охотиться монстры. В какой-то момент вы монстра победили, считайте, что именно он вас пытался найти, и именно он вас травил. Механика сама интересная, и мало того, в какой-то момент она может либо дать вам какие-то преимущества, либо опустить вас на уровень ниже. Но при этом, при всем, сильно эти механики влиять на игру не будут. Скорее, это маленькая такая фишечка, которая будет периодически радовать вас и ваших друзей. Ну и, наконец, предпоследняя механика, которая привносит нам темный фараон, это именно вот эти вот жетончики патрулей.
видите, это как будто бы крутая команда записала диск, да, и вот он внутри CD-диск такой, там, типа, ребята в шапках. Эти ребята в шапках, это определенные селяне, которых вы уже достали. Вот вы и ваша, и ваша команда друзей, которые бегают по аркам и кричат о пробуждении древних сил, селян уже достала. Ну вот, и поэтому они вооружаются и пытаются вас из Аркхема изгнать, что, вне всякого сомнения, должно вам, по идее, мешать. Итак, эти жетоны появляются в результате контактов на поле, ну или других каких-то событий, и ставятся в определенный район. Так, например, при определенных условиях, например, патруль может появиться на улице Френч Хилл. Как только он там появился, сыщики должны это учитывать. Каким образом они это учитывают? Они должны проходить проверку скрытности плюс 0 каждый раз, когда выходят или завершают свое движение на клетке с этим патрулем. Ну, то есть ты зашел туда и закончил движение, пройди проверку скрытности. Если ты пытаешься оттуда выйти, пройди проверку скрытности. Чем это неудобно? Ну, во-первых, это не проверка ухода. Проверка ухода, напоминаю, используется от монстров, а здесь нужна проверка скрытности, что бывает крайне трудно ее исполнить, потому что, например, плащ, который вам дает проверкам ухода, здесь вам не поможет. Ну и второй момент. Если вы все-таки провалили проверку скрытности, то вас берут и отправляют в полицейский участок, где местные полицейские занимаются вами по общим правилам, ну то есть ополовинивают ваши деньги, и вы там пропускаете ход. Что, вне всякого сомнения, неприятно. Но эти патрули появляются не очень часто, и поэтому сильно на механику, как бы не казались они опасными, не влияют. Мало того, необходимо помнить последний элемент, что селяне, хоть, конечно, они очень смелые и ненавидят сыщиков, и вилами их пытаются тыкать, и в полицейский участок их ведут, но как только на поле повышается уровень ужаса, они исчезают во свояси. И, собственно, больше мы их в этом районе не увидим, пока нам опять не предпишет какая-то карта поместить этот патруль на ту или иную улицу. Потустороннее зло пугает людей больше, чем команда сыщиков, что не может нас не радовать. Ну и, наконец, самое главное, что приносит нам маленький доп с темного фараона, это предвестника. И для тех, кто будет покупать этот доп первым, это будет первый предвестник в вашей игре. Кто такие предвестники? Предвестники – это определенные существа, которые подготавливают путь к пробуждению древнего. Когда вы играете с предвестником, вы должны положить его рядом с треком древнего, и все правила предвестника вступают в силу по умолчанию. С предвестником драться как бы нельзя, ну как бы вот по умолчанию. Ну, темным фараоном можно, но мы об этом поговорим отдельно. А вот все эффекты, как будто древний только не пробудился, да, помним, что вот, например, Ктулху пока видит кошмарные сны, вы уменьшаете себе рассудок и здоровье. Так и темный фараон накладывает определенный отпечаток на игру, на всю партию. Итак, темный фараон. Я здесь попрошу моего друга Нирлатотепа мне помочь и в какой-то момент оглашать свои правила. Нирлатотеп, ты мне поможешь? Конечно! Итак, темный фараон. Аватара Нирлатотепа, да, ну, об этом мы уже с вами поговорили. Если вестником выбран темный фараон, поместите жетон темного фараона в пул монстров в начале игры, даже если Аркхему угрожает не Нирлатотеп, а другой древний. Именно при игре с темным фараоном в пул всегда кладется темный фараон Маска. Он находится в базовой игре и ни в коем случае не включен в коробку темного фараона. Вы и так можете с ним встретиться. Но вот одна небольшая незадача. Вы с ним встречаетесь только когда играете с Нирлатотепом. А по тем или иным причинам, не буду уж сейчас тыкать в него своим пальцем, вы играть будете с ним не так часто. А так как маски играются только с ним, темный фараон, к сожалению, сам жетон темного фараона будет появляться на поле крайне нечасто. Кстати, давайте рассмотрим его параметры более детально. Он маска, о чем нам свидетельствует этот жетон, и появляется только с Нирлатотепом, ну, не считая, конечно же, предвестника темного фараона, а также неисчислим и никогда не идет трофеем, если вы его победили. Ну, как и, впрочем, другие маски. У него очень интересные параметры, которые заставляют вас, когда вы с ним сражаетесь, проходить вместо проверки сил,
силы проверку знания. Ну и, собственно, это говорит о том, что если вы маг, вам с ним будет сражаться более легко, нежели если вы просто тупой Майкл Маглен. Прости меня, Майкл, прости, не ищи меня, не убивай. Значит, этот монстр всегда помещается в пул, когда вы играете с предвестником Темный Фараон. И в этом плане у вас больше шансов столкнуться с ним на поле, чем, например, без этого предвестника. Но продолжим дальше. Нерлатотеп, помогай мне. Знай, гнусный вор, ты взял мое добро, я Темный Фараон, ползучий хаос. Красть у меня, пусть кровь твоя вскипит под кожей, когда узришь мои иные лики и истинную славу. Ну, спасибо, спасибо. Итак, проклятие фараона пришло в Аркхам вместе с выставкой египетских древностей в историческом музее. Итак, как мы уже с вами рассмотрели ранее, это тот самый жетон шепота времени и его механика, которую мы тоже с вами рассмотрели. Собственно, о плюсах и минусах я уже сказал. Ну, а теперь более главные, более важные вещи нашего сегодняшнего рассказа. Итак, Нерлатотеп. Гнусный вор! Да, спасибо. Когда сыщик получает уникальную вещь, включая стартовое имущество, он теряет один рассудок. Итак, это очень интересная механика, то есть каждый раз, когда вы будете закупаться, предположим, в лавке древности или получать уникальные предметы даже на раздаче, вы будете терять один рассудок. Ну, то есть, таким образом, Темный Фараон, вне всякого сомнения, будет всегда работать, и вы не сможете избежать его последствий. Есть такие сыщики, например, как Монтерей Джек, да, археолог, у которого в раздаче две уникальных вещи, а три рассудка по базе. Таким образом, Монтерей Джек начинает игру с одним рассудка. Ну, как бы, хорошо это или плохо, ну, для хардкорных игроков, которые, собственно, ждали и вдруг дождались, что игра стала сложнее, наверное, хорошо. Но эффект на самом деле не такой жесткий, как, например, следующее правило, которое на корню уничтожает возможности, ну, точнее, не уничтожает, но сводит их к минимуму получения экспонатов. Итак, Нерлатотеп, не подвисай. Мое добро! Спасибо. Итак, вот самый главный момент игры и вообще ключевое в этом дополнении правило. Когда сыщик получает экспонат, он бросает кубик. При провале сыщик проклят. Вот в данном случае, если мы не благословлены, то экспонат-то мы, конечно, получили, но получили вместе с ним проклятие. Нужен ли нам экспонат с проклятием? Это вопрос спорный, ведь далеко не каждый экспонат действительно принесет вам гораздо большие выгоды, чем колода уникальных предметов. И в этом плане, если уникальные предметы вы все-таки, ну, хоть и теряете рассудок, но все-таки в дальнейшем вы будете хотя бы играть более-менее нормально, ну, подлечитесь там в конце концов, то вот от проклятия избавиться уже в разы сложнее. Мало того, киньте кубик, это очень важно, так как это не проверка навыка, и многие-многие вещи, в том числе, например, набрасывание улик, не работает. Но вот мне сейчас чертовски везло, и именно поэтому многие игроки, все-таки пренебрегая опасностью, идут контакт с шепотом времени, получают экспонат, вместе с ним получают проклятие, а потом говорят, что, собственно, их план просто не сработал. А какой их был план? Кинуть кубик? Замечательно, замечательно, партия состоялась. Но этого было мало, да, Нерлатотеп, твое любимое правило. Кровь твоя вскипит! Вот, это я знаю, что он очень любит. В начале фазы передышки, перед броском на снятие проклятий, каждый проклятый сыщик теряет одно здоровье. Да-да-да-да. То есть вы как бы получаете не просто проклятие, а вы получаете проклятие с кровотечением, понимаете? Притом, выкинули вы его, не выкинули, в начале фазы вы все равно теряете здоровье. Ну и вот здесь уже встает вопрос принципиальный. А надо ли оно вам? И чаще всего вы будете отвечать сами себе, что вам это не надо. Но я отдельно уже вам до этого
сделал пометку о том, что у нас есть отличный союзник дополнения, и зовут его отец Иваницкий, который позволяет вам не быть проклятым. В ряде других случаев вы также можете туда заходить, на этот шепот времени, и все так же получать контакты, вы можете получать экспонаты. Ну, например, самое простое – заходить туда благословленным, да? Но даже потеря благословения или операция по нахождению отца Иваницкого – это уже целая операция, на что в Аркхеме времени не хватает. И в этом плане данная механика «кровь твоя вскипит», да, просто заставляет вас не ходить и не получать эти экспонаты. Продолжаем разбираться с чудесным предвестником темным фараоном. Да? Напоминаю, что предвестников в игре, вот сейчас совру, наверное, штук 9, и это только один из них. То есть это один дополнительный вариант возможности играть с любым другим божеством. Но, внимание! Иные лики. Так, Нерлдадеп, я не слышу тебя. Иные лики. Вот так. Итак, стойкость всех монстров масок увеличивается на 1. Кроме того, после каждой победы над маской добавляйте 1 жетон на трек без исходности. Итак, темный фараон, который по умолчанию точно находится в игре. Он, собственно, не двухстойкий, да, а трехстойкий. Мало того, если вы все-таки с ним столкнулись и убили, то он добавляет на трек древнего глаз, чем очень неприятен. Таким образом, вы хотели поиграть с темным фараоном, с маской, вы играете с ним, но вы хотите его убивать? Нет, вы не хотите его убивать. И поэтому, скорее всего, темного фараона, а также других масок, об этом мы поговорим немножко позже в последнем правиле, вы будете убивать саранчой, не иначе. Ну или другими какими-то хитрыми предметами и способами, потому что драться с ним в рукопашку, благодаря этому предвестнику, бесполезно. Мало того, это небезопасно. Ну и наконец, вот он наш красавец Нерлатотеп. Вот он наш 11-й трек. Вот он наш красавец вылез. Ай-яй-яй, как хочется о нем более подробно поговорить. Ну да, я думаю, все, кто играл в базу, знают его хорошо. Итак, последнее его правило называется «Истинная слава». Если Аркхему угрожает Нерлатотеп и он пробуждается, за каждого монстра маску на поле его боевой рейтинг снижается на 1. Ну, то есть до минус 5, минус 6 и так далее. А на треке безысходности появляются добавочные жетоны за каждого маску, который находится на поле. Теперь считаем. В базовой версии масок Нерлатотепа всего 5. Ну и, собственно, если даже все они находились бы на поле, то мы получали бы всего лишь дополнительно 5 глаз, да, ну и включая темного фараона. Но в дальнейшем появляется еще 5 масок Нерлатотепа в других допах. И поэтому при определенных обстоятельствах все-таки он получит, ну, как минимум 3-4 глаза он может получить при темном фараоне. Почему? Потому что каждый раз, когда вы убиваете маску, как гласит прошлое правило «Иные лики», да, вы ставите жетон пробуждения на древнего. Поэтому вы будете их всячески избегать. А если у вас нет никаких хитрых способов его гасить, то, скорее всего, вы так и будете оставлять их на поле. Так вот, если Нерлатотеп все-таки проснулся, а маски, которых вы избегали, остались на поле, то он получает большой рейтинг. То есть, вот смотрим, да, у него сейчас минус 4, еще, например, было, ну, давайте будем реалистами, еще 4 маски на поле было. У него становится рейтинг минус 8. И вместо 11 глаз у него получается 15 глаз. В принципе, с ним все равно достаточно легко будет справиться, но это уже что-то. И поэтому с Нерлатотепом, с предвестником темного фараона, играть действительно будет интересно, потому что будут играть маски. А особенно будет интересно, если у вас все допы со всеми 10 масками, и тогда Нерлатотеп действительно красивый. Вот с ним становится интересно играть, потому что он обладает кучей разных монстров, которых вы больше нигде никогда не увидите, кроме как при нем. Но об этом
этом мы поговорим более подробно и детально позже. Сейчас самое главное помнить, что Темный Фараон и Нерлтотеп вместе образуют определенный хороший союз, и именно под него это дополнение и создано. Ну, я об этом уже говорил, но все-таки напоминаю. А с точки зрения основных правил мы примерно структуру этого товарища поняли. И увидели, что он, несмотря на то, что имеет ряд очень неприятных свойств, также имеет тенденцию и возможности их избежать. Один темный фараон в пуле, мы его не трогаем, если играем не с Нерлтотепом. У нас, собственно, проклятие за экспонаты. Мы не трогаем экспонаты, если у нас нет возможности игнорировать эффект проклятия. Ну и теряем мозг за уникальные предметы. Ну вот и все, что привносит нам темный фараон. Вот такой он, этот предвестник. Итак, что мы имеем в итоге? Мы видим дополнение, в котором нам дают большую колоду заклинаний. Часть из них будут использоваться с большой радостью вашими магами. Мы видим много новых контактов локаций, много контактов врат и много контактов мифа. Ну, хотя мифа не так много, но вне всякого сомнения контакты врат, которые я говорил, с возможностью подраться с древним, это очень интересная фишка. А также по 5 карточек на каждый район, это тоже больше, чем даст вам любой малый доп. И это тоже понятно, потому что, напоминаю, что основная механика получения союзников в этой игре завязана на контактах в нестабильных локациях. И если у нас появляются новые союзники, а их 7 человек, то и контакты, в результате которых вы этих союзников можете получить, тоже должны были быть добавлены. В других малых допах общая механика добавляет по 4 новых карточки в район, а здесь 5. И это явно является плюсом. Кроме этого, о союзниках, да, этот доп имеет союзников, в никаком допе их нет, в малом я имею в виду. Это тоже является плюсом. Мало того, мы можем играть с темным фараоном без Нерлтотепа, это тоже, вне всякого сомнения, интересная фича. Ну и наконец, мы получаем Геральда, который, ну я бы не сказал, вас сильно напрягает, но работает стабильно. От механики получения уникальных вещей, в том числе в раздаче, вы никуда не уйдете, и поэтому стабильно будете получать уникальные предметы, и поэтому будете терять рассудок. Но вот, к сожалению, и я не могу понять, почему все-таки механика была продумана именно таким образом, вы не будете получать экспонаты. В наших играх это единичные случаи, когда кто-то получает экспонаты. И для этого надо, ну, прямо какие-то особые возможности себе закачать. В том числе Благос, в том числе Отец Иваницкий, в том числе какие-то еще хитрые артефакты и фичи, которые бы блокировали проклятие. Мало того, потеря при проклятии здоровья – это очень страшный недуг, который для многих сыщиков, а средние показатели здоровья, я напоминаю, у сыщиков это 4, достаточно критичны, и поэтому они просто забьют на получение экспонатов. И тем самым вот эта вот интересная штука с получением вот этих вот замечательных, красивых экспонатов останется невостребованной. Кроме этого, механика патрулей также будет почти не востребовано. Получение контактов в арками – это вещь такая, не самая, наверное, распространенная. Да, вы будете заходить в локации, но найдете ли вы контакты или какие-то особые другие свойства, где действительно будет выведен патруль на улице – не факт. В среднем за игру с темным фараоном появляется 0-1 патруль. Сильно ли это усложняет игру? В какой-то момент действительно это может очень сильно испортить вам жизнь, потому что арестовываться, пройдя проверку скрытности, а как вы помните, это мерзкая проверка скрытности, если вы к ней потенциально не готовы, и пропустить ход, это очень большой дебаф команды. С другой стороны, сами патрули будут выходить редко и чаще всего будут пылиться в ваших органайзерах. Кроме этого, механика травли и механика вреда и пользы. Интересная механика, которая, к сожалению, тоже редко выпадает. Ну, кстати, к слову, в этой игре гораздо больше более редких механик. И в этом плане я могу сказать, что эта механика хотя бы хоть как-то, но работает. Кроме этого, в этом допе, да, не хватает
уникальных вещей, не хватает простых вещей, не хватает каких-то штук, которые будут играться в ужас Аркхема без темного фараона. Я уже упомянул частично, что ряд каких-то вещей, ну вот, например, заклинания, да, колода заклинаний, играются вне темного фараона. Контакты, локации, мифа, врат играются только при нем, ну вот его, да, а заклинания играются всегда. Во многих других малых допах появляются фишки, которые остаются в игре вне зависимости от выпадения того или иного Геральда. В случае с темным фараоном этого, вне всякого сомнения, не хватает. Таким образом, темный фараон — это абсолютный must-have для тех, кто хочет собрать все допы по Аркхему, так как определенные компоненты в игру он привносит, и мало того, для быколюбов это очень интересная механика, и это действительно нирлатотеповский доп. Но на этом все плюсы этого допа заканчиваются. И, к сожалению, мой вердикт, что это одно из самых плохих малых дополнений для Аркхема. Ну, опять-таки, это имхо. И если у вас есть возможность, на данный момент русифицировано два допа, то лучше всегда брать короля в желтом. Но о нем мы поговорим подробнее, более, ну, через несколько выпусков, да? Но для любителей, конечно же, вот этих египетских сокровищ, ну, конечно же, покупайте эту коробку. Хотя помните о том, что эти сокровища охраняет темный фараон. Темный фараон, ты что-то там это забылся, что ли? Это мое! Вот, другое дело. Спасибо и до новых встреч, друзья. В следующий раз мы разберем с вами ужас Данвича.